Собрались. Доброе утро. Доброе утро. Класс. Глажу вещи, дети. У нас 7:20. Первая Фонька пойдет в синем костюме. Птички уже поют. Мы едем, едем, едем в далекие края. Мальчики садятся. Антоха опять взял покрывало. Будет опять пикник, да? Когда у меня будет... Так, Антоша взял деньги на печенье. Пока. Пока. Мама, если когда у меня будет мотоцикл, я буду их возить быстро переедем. Да? Так, сейчас должны еще купить печенье. Ну, посмотрим, купят или нет. А где тайное? Ну, там у них дальше. Ну что, всем привет. Я вот такая вот вся замученная, потому что не успела сегодня утром помыть голову, было так лень. Хотелось поспать, так что вот я выбрала сегодня сон. И сейчас готовлю обед. На обед у нас будет говядина. Не знаю, насколько будет вкусно. Надеюсь, что будет вкусно с соевым соусом, с луком, с чесноком в духовке. В общем, говядину порезала. Люблю, когда мясо, которое с соевым соусом, запекается в таких достаточно крупных размеров. Вот. И сейчас сюда добавлю лук, чеснок и сделаю соус на основе соевого соуса. Немножечко подсолнечного масла. Что получается, еще поперчить можно говядину, добавить каких-нибудь специй и добавить еще сюда мед и горчицу в соус. Осталось только поперчить говядину, лук, чеснок добавила. Лук мне нравится, когда в этом мясе именно вот так вот полукольцами. Сейчас поперчу. И здесь уже соевый соус, подсолнечное масло, мед, горчица. Осталось все превратить в такую эмульсию. Сейчас я все это вот так сболтаю хорошо, чтобы все перемешалось. Залью к мясу и перемешаю прям руками. Вот такое вот мясо, 180 градусов. Сейчас поставлю, не знаю на сколько, буду смотреть. Посмотрим, что получится. Потому что это за говядина, я не знаю. Но вроде бы родня готовила. Вчера было все нормально. Та-да-дам, говядина готова. Я ее тут перемешивала один раз. Потому что, когда мясо вот по такому рецепту в соевом соусе, то много очень жидкости. Я прям переворачиваю вверх, подрумянивается. Я переворачиваю каждый кусочек на другую сторону, чтобы он тоже зарумянился. Так, вот такая вот говядина. Гречка уже в мультиварке. Решила еще сделать салатик. Сегодня не просто помидоры, огурцы, а еще и с капустой. Капуста, помидоры, огурцы. Вот. Что немножечко присолила. И масло каких-то там виноградных косточек добавила. Вот. Вот такой вот будет обеденный салат. Гречка и мясо. Как раз сегодня я читаю комментарии, почему вы не готовите говядину. Вот как раз сегодня у нас говядина. Вот, кусочек нам родня отделила на 1500. Я даже не знаю, сколько там килограмм, короче, на 1500 кусок. Ну, вот это примерно четвертая часть этого кусочка. Так, ну что, жду детей. Возле Дома культуры, сказала им, здесь мне прям удобнее их забирать. Они сейчас идут, их вернули. Они сначала мне позвонили, вот я уже приехала, их вернули. Сказали, что им там раздавали витамины. Вот сейчас я их жду, и я уже поела. Не могла сдержаться, но говядина обалденная, могу сказать. Прям очень вкусная. Спасибо большое родне за говядину. В общем, суперская. Прям и мягкая, ну, в меру. То есть говядина, не знаю, она не рассыпалась, но жевалась, кусалась, вполне все хорошо. Все, там вон мои дети идут. Сейчас пойду их кормить. Они тоже говядину очень любят. Гришка прям обожает. Вот звезда моя бежит. Привет, звезда. Когда обнимались? С кем? С вожатыми. А что, вы наобнимались? А? Наобнимались? Да. Не то слово. Ну вот там вышли на улицу, сидели, плакали. А чё? С другом. Хотелось еще лагеря? Угу. Понравился все-таки лагерь? Ага.
и мне тоже понравился. А с кем ты там плакал, говоришь? Я не скажу. С Эриком. Ну, блин. Ясно. Так, ну что, тогда пристегивайся, Антоха, поехали домой. Мы плакали по двум причинам. По каким? Ну вот, конец, у меня появилась третья. Да, какая? Первая причина из-за того, что логин, ну, закончился, ну, это уже нормально. Это слезы радости. Третья, то, что... Вторая. Ну, вторая. То, что всем вожатым, ну, кто был, им устроили даже поход. Да ты чё? Многодневный. Куда они пойдут? Не знаю. А вам тоже хотелось в поход? И они без нас пойдут из-за этого. Понятно. Но потом Лолита сказала то, что это... То, что она меня в рюкзак засунет, и я там буду. Да, и ты обрадовался, да? Ну, типа... Типа, да. Третья причина в том, что Антоша обнимались так долго. А, это Антоша, ну что там, как ваши танцы? Эти витамины такие кислые. Ну, скорбинка же, да. Антош, как танцы, сынок? Все хорошо. Посмотри. Тебе, кстати, Татьяна Владимировна прислала, да, я уже посмотрела. Ничего. Очень хорошо, интересно. Мы там сзади зала стояли, им показывали, как сидела. А ты помнил движение, да? Я, да. Так, мы приехали, по традиции подъедаем малину. Соседскую. Ага, учитывая, что лагерь закончился, Гриш. Малина-то еще есть, да? Интересно, что будет, когда я с лагеря приеду? Все домой приедем, интересно, ты тут все съешь? Ага, все, мы дома. Идем под кондиционер. Ура! Потому что жаркенько так, да? Мы послали весь лагерь. Да, я ж смотрю, что ты звезда у меня. Нет, здесь еще с маленьким, я рукой. Стерова? Нет. Мы когда писали вожатую, сидели в мою, да? Написали даже какие-то пожелания, да? Сидели, плакали, пока писали. Так, а мы с Антохой возвращаемся. Возвращаемся. Куда мы возвращаемся, сынок? На танцы. Антоха только покупался в бассейне, только успел вылезти, вытереться. И тут пишет нам Алла Алексеевна, что нам надо на танцы. Так что вот сейчас пойдем, да? А где наши чешки, ты не знаешь? Нет. Мы их тогда после выступления куда девали? Не знаю. Подожди, я сейчас... Ну ладно, пошли потом в багажнике, я посмотрю, кстати. Ну ты носки взял, да? Дай я их одену. Да пошли там одень. Мы уже дома. У Антоши, в общем-то, завтра репетиция, но мы же завтра уезжаем, да? Но Антоша еще сходит в понедельник на репетицию, потому что во вторник уже выступление. Правда, не знаю, что это за праздник такой. Ты не знаешь? День Победы? Какого? 25 июня? Так, а я сейчас пойду бабушке, наверное, помогать эту морковку мыть. Гриша где-то с Родей должны быть в комнате. Я в шоке, у нас тут какие-то тучки непонятные. Но птички поют. Ой, улетела. У нас ежевика еще. Уже отцвела, уже. Ну, не спеет, конечно, но растет. А чего-то один кустик как-то пропал, что ли, да? Виноград здесь еще. Вот эти певицы. Ой, гляньте на антенну, там все облеплено. Все в птичках. Закрывать пока? Ну давай. Ну все, тогда клади сюда просто и все. Как? Я просто сходил в туалет, а вы выхожу. Ветер. Нет, идите собирайте. А? Ну сейчас.
сейчас пойдем собирать, наверное. Ну, ветрюган, да? Побыстрее. Ох, ветерок. Жердёлы падают. Иду собирать малину. Страшненько. Мне очень. Такое ощущение, что сейчас эта акация завалится. Просто упадет. Так, дождь пошел. Надо папа на галошки убрать. Сильный прям порывистый ветер. Так, а мы собрались, едем на фотосессию наконец-то, Динскую. Все, поехали? Поехали! Поехали! Вроде бы распогодилось. Посмотрим, что там в Динской. Небо красивое. Едем, едем, а тут такой... Ой, небо красивое! Папа будет комментировать, я буду снимать. Одно и то же каждый раз. Ой, птичка полетела! Сержаня, там еще пшеничка. На пшеничку, Надя. Поганила. Какой ты у меня оптимист все-таки. Ой-ой, машина поехала спереди, глянь. Красивая какая. Нет, она не красивая. Ой, две женщины идут. Или одна, непонятно. Тоже некрасивая, да? Да ё-моё. Ой, знак, пешеходный переход. Зайка. Речка Кочеты вчера не было, сегодня появилась. Жень, то ты меня, я надеюсь, пародируешь? Нет, ты радостный оптимист. Провода висят, ржавая кобра светит. Этот, сними розовые очки, едь без них. Да нет, что-то там есть, да? Понятно. Да, наверное, вот этот КамАЗ, наверное, другой подцепляет. Сейчас я себе добавлю и посмотрю. Сейчас стоим на выезде со станицы, ждем. Нет, спать хочу. Да, понятно. А ты что хочешь, Вов? Афоня, молодец. Платаны очень красивые. Я прям чувствую себя в Сочи, если честно, да? Платаны, Сочи не платаны. А что там платановые? Ну, конечно, мы эти были. А кто там? И платаны, ну, там платаны были. Ну, за, считай, что я тебя в Сочи свозил. Считай, что мы в Сочи, да? Да? Все, в Сочи. В белых шортах. Пошлите искать. Кстати, что-то сейчас выгул собак разрешили, да? Не знаю. Ты про детей или нет? Выгул. Дети куда? Хочу на мостик. А мы тут еще не были, да? Для тут какие цветочки. Хотим... Ждем. Фото. А такой ничего такой, да, парк? Лучше, чем вот там вот в центре, да, в Динской, когда вообще в домик не залезть, там все дети сидят. Все, хватит, остановите. Я наверное, подожди, сейчас пойдем туда. Дальше мы посмотрим на этот пруд искусственный. Там есть рыба. Да, аромат, конечно. Вон рыбки, вон. Есть? Маленькие едят, а вон, видишь, он? Малеку. Да, а то рыбки. А, ага. Ну да, такое себе место. Ну, аромат, конечно, да? Ну, что стоячая вода. Не очень, но... Так вообще красиво. Там даже иди сядь на лавочку, иди сядь. Ну это наклонно, ну видишь же, тут же это ж у нас не горная местность. У нас станица чуть, ну как чуть-чуть, там возведется, когда тогда мост. Только вид, смотри, не увлекайся. А ну пацаны, полыбаемся. А
Соня. А посмотрим на старшего. Давайте на Гришу посмотрим. Где Гриша? Вот, молодцы. Хорошо. Вот самый настоящий. Ты будешь командовать? Да. Ну вот так, значит, туда, это туда, это сюда. Афоня. Афонь, положи на брата голову. Вот. Гриш, обними одной рукой. Или ему просто. Вот так, да. Хорошо. Она друг друга. На меня посмотрит? Правильно, Афонь, прикрывай пока. Ага. Прикрывай. Одну руку вставь и так. Папа, все теперь вообще от тебя отошли, понимаешь, какой-то нечего. А Фаня, разглаживай папе подбородок. Да, вот тут папа уже вот. Зачем папа брился? Хорошо. Иди сюда. А можно я? Давай, я первый побил страдали. Которых у меня нет. Янка. На фон. Наверное, детскую посадку. Отличный портрет получился. Иди сюда, третьим будешь. Третьим. А я говорю, что ты Сёма грязная? Ой, грязная. Хорошо, спасибо. А давайте сядем на траву. А вы поспите. Тут хорошо. И руки, Гриша, раскладывай. И живот спрячь. Мышцы заклинила. Мышцы? Все, фотосессия окончена. Ребята, вы счастливы? Сейчас поедем, экстрим ветки ночью мы съели. Вот это экстрим. А картошку нам еще надо накопать-то, пап? Или завтра уже накопаем? А малину собрать? Ну это явно мы сегодня ее не соберем. Ну завтра, значит, встанем в 4, да? Ага, что-то ты... Завтра ж в Ейск ехать, да? Антоха грустит, что лагерь закончился, пап. И Гришка грустненький, мой мальчик. За кем ты будешь скучать? Жили за всеми? И нету жили. Аллилуйя. Мам, девушка уже спит, наверное.